Давайте возьмем такой, тебе покажу. Нет? Вот это давайте. Да, мы все равно понадобится еще один. Татьяна, а почему в центре остались? Направо сразу, о, ракетушку. Саш, прям в центр, еще и на взлет. Татьяна, очень круто сделали. Саш, смотрите, три ошибки подряд, да? Надо уже было попроще сделать. То же самое, Татьяна. Саша ошибся три раза подряд, да? А вы делаете опять сложный удар. Попроще что-нибудь надо было, назад спокойнее, чтобы вести. Нет. Переигрываем 6 розыгрышей последних, да? Это очень неудобная подача для левши. Вот. Поэтому здесь как бы... Здесь мне сложно давать совет. Олег, то же самое, что я и говорил, видите, впрямую улетает, чуть-чуть в сторону. Костя, надо с шагом такие делать. Все, что вы стояли и тянулись.
сейчас улетает, если прямо бить. Чуть-чуть в сторону. Татьяна, кист на себя. Татьяна, говорю, кисть на себя, вы берете и отыгрываете как раз первый валат, вот тот, вот такой. Thank you.
блядь, пиво, ну видишь, ты уже рядом с ним пью, зачем там? Бля, не важно, на ступке нет. Он вот тут вот там, блядь, прилетает. Я, блядь, оттуда не вытянул уже.